Так, дружки, ребятишки, с вами снова Эдисон и добро пожаловать в новую серию одного блока в Майнкрафте. Но из чего будет состоять весь мир Майнкрафта в данном эпизоде? Сейчас мы узнаем, но, конечно же, перед этим нужно создать мир. Слипнувшийся сладенький жопобублик. Да опять не хватает места, чтобы последний двиб. Короче, там слипнувшийся сладенький жопобублик. Вот, жопобублик, да. Create new fucking world. Ага. С одной стороны, мне нужно объяснить, что здесь происходит, а с другой стороны, не нужно. Но для сладкоежек, у которых частенько слипается задний проход, весь наш мир состоит из плиток шоколада. У кого сейчас слюньки потекли, плюсик в комменты напишите. Деревья у нас также состоят из шоколада. Листва у нас состоит из зеленых мармеладок вместе с конфетками. И другая половина мира у нас состоит из леденцов разных цветов. Вот-вот, даже коровка у нас не мясная, а конфетная. Кушайте на здоровье, не подавитесь, не слипните ничего себе там. А перед тем, как я позову сладчайших наркоманов Петровичей, напиши в комментах, какое твое любимое сладкое лакомство. Ну там конфетки, леденцы, шоколадки, йогурты, орео, киткат и прочая билиберда. Я честно скажу, я сладкое вообще не кушаю, но мне интересно почитать, насколько много вы его жрете. И как часто у вас все слипается. Напиши. Наркоманы Печеньовичи, Шоколадневичи, Леденчевичи и Жморожневичи. Заходите в мыцру. Че, все в порядке с головой твоей? Я чуть не обосралась. А что, я громко закричал? Максимально громко. Заходите в Майнкрафт. Вон, электрописька написал. Я обосрался, вот я почти тоже. После выживания на этой карте, мне кажется, все, грубо говоря, обосрутся, потому что после такого количества сладкого всех пронесет, прям люто. Весь мир состоит из сладостей, и наша задача найти в этом мире для пацанов 8 железа для того, чтобы скрафтить нам железные мечи, а для баб найти 16 угля. Зачем? Это наша зона тусовок. Здесь 8 кровать, и до наступления ночи эту зону нужно как-то обезопасить. Естественно, пацаны будут выполнять сложную работу, охранять баб с помощью мечей, а бабы будут выполнять легкую работу. Они пойдут в шахту, станут шахтерами, добудут уголь и осветят полностью вот эту всю территорию. Вообще баб. Это шо? Работа. Мы сегодня драться не будем, шо ли? Ну, это мы еще посмотрим, как бы. В любом случае, кто быстрее или осветит, или скрафтит мечи, тот и выиграет. А счет, я хочу напомнить, пока что 3-2 в пользу пацанов. Пацаны, пока баб. Ляшки-маташки, вот это. Сандалии пропердали. Все, хватит, ближе к делу. Все, вы за углем, вам 16 угля, нам 8 железа. Кто не справится, кто сегодня не найдет хотя бы по 2 железа, тому бан. Я всё. Не виновата, все, пока. Все, раз, два, 69, пацаны, быстро, сначала дерево добываем, после дерева сразу ищем шахту, короче, вот это моя шоколадка, отдайте мою шоколадку, давайте еще немножко дерева, так, крафтинг тейбл я ставлю сюда, сразу же делаю кирочки, сразу кирочки, кому кирку, руку вверх, мне, как обычно, шашлык, ты копыта вверх, если что, шашлык, держи, быстро, держи кирочку, я себе еще тоже ее сейчас крафчу, ищите шахту и кто-то, пожалуйста, сразу же бегите за едой, потому что еды вообще нет. Ура, опа. Мой первый верстак. Опа, найдите шахту, найдите, пожалуйста, шахту кто-то. А почему такой вопрос, из коровы выпали 3 леденца? Опа, шашлык мне скрафтил кастет, кому по хлебалу шоколадкой прописать? У меня как-то, как обычно, волшебным образом в руках оказалась кирка, я еще даже не успела ничего сделать. Люблю эту рубрику. У меня также волшебным образом почему-то в руке оказался кастет. Я не знаю, откуда там он взялся. Кастет? Наверное... Кастет, реально, просто кастет. Пацаны, они уже камень добывают! У нас даже... Все, хватит, давайте ищем шахту. Я предлагаю пойти в ту шахту, там же, где и бабы. Если что, то мы у них немножко сможем угля отжать. А ничего, что я слышу тебя? А, кстати, меня все слышат тогда, получается, да? Да, кстати, тебя все слышат. А я-то думал, не спалюсь. Это что, дождик пошел, Это гром, молния, Зевс бушует. Я в шахте.
Меня спрашивают, где я в шахте. А я в жопе, потому что я ни одну шахту не могу найти. А меня кто-то потерял? Я кому-то нужна? Ну, мне кажется, нет, на самом какой деле. Какой гром! Я боюсь. Пацаны, это прям какая-то реально жесткая серия, потому что такого грома еще никогда не было. Я вообще, в принципе, не слышала такого грома даже в жизни. Блин, я нашла шахту, но... А меня убивают, убивают, убивают! Ноу! Убей, убейте Катю, пожалуйста, кто-то... Кровать... Идите к кровати! Я... Я возле кровати, скажите, пожалуйста, что кто... Ой, все, до свидания. Ой, кокосика завалил скелетосик. Неплохо, неплохо. Так, у меня есть пожарный топор. Это хорошо, осталось шахту найти. Так, о, ребята, а где кровать? Я вот заспаунилась где-то непонятно где. А кровати не могу найти. Так, вот вы где, подписаки были. Так, вот вы где, пацаны. Я нашел шахту. Едрить меня в кочерышку. Эта шахта прям очень огромная. Я дальше как-то... Я потерялась. О, Лерку замочили. Так. Лерку замочили, а я чуть в лаву не шандарахнулся. Зато, пацаны, вы себе даже не представили. Извините, простите, пожалуйста, я не хотел потревожить ваше владение. Нет! Хлебушек, спасай мою задницу! Хлебушек! Там... Нет! Приятно было познакомиться. У вас тут все нормально? Как вы думаете? Ну, короче, Никич заигрывает СМИ, но, как я понимаю, никто не ищет железо. Пацаны, вы понимаете, что нам нужно найти 8 железа, а бабам 16 угля. Давайте, что вы тут яйца чешете? Ну, извините, ну, в смысле, куриные. Это моё, это все моё. А как у вас дела там? А, у меня все плохо. Ты можешь мне вернуть мои предметы? Алло. Хлебушек, у тебя там все нормально? Всем пофиг, что я утонула. Всем вообще поровну. Просто ровно. Хлебушек! Там мой топор! Там мой топор! Подними топор, пожалуйста, хлеб! Я такого пофигизма, в принципе, в жизни не встречала никогда. Ляски-масяски, вы себе даже не представляете, что я только что нашел. Ля! Это игнор. Тотальный игнор. Девки! У меня вот такой для вас подарок. Я нашел уже 5 угля. То есть я быстрее нашел уголь, чем вы. Понимаете? А что, у нас еще никто не нашел уголь? Ты понимаешь, что у меня даже никто не нашел до сих пор железо? Дай кирку, собака. А у меня вопрос к женской части населения. Почему до сих пор угля нет? Я не понимаю. Алло. У меня вопрос к мужской части населения. Почему до сих пор никто не нашел железо? Ищите железо, пожалуйста. К нам Никич лезет. Никич, ты где? Ты хочешь, чтобы я тебе это самое? То самое? Опа, у шашлыка одно железо, шашлык, добывай еще. У меня пока что ноль железа. Добывай. Стасик, хватит материться, пожалуйста. Стасик, уголь нашла! Иху! Наконец-то кто-то в этой женской населенческой части нормальный. Так, а... Хлеб, где железо? Хлеб, быстро, делись железом. Где железо? По воде? Я по воде спускаюсь. Подожди. А у меня вопрос, железо? Почему я деревянный меч скрафтила, а у меня в руках кастет? Кастет, сейчас, подожди. Хлеб, здесь где-то было? Давай, добывай. Я надеюсь, что... Сколько железа? Если есть железо, сразу выбрасывай мне. Сразу же выбрасывай сюда. Здесь ничего нет. У нас три железа, понимаете, что там еще осталось 5 железа. Так же, это самое сверху, выиграть, сверху, что? Сверху железо, хлеб, сверху, вот здесь. 8 железа! У нас вот, подожди, у Мии 16 угля, у нас 8 железа. Хлеб, яйца в руки, на улицу, быстро побежали на улицу. Дайте, у меня палки есть, я сделаю эти светильнички, дайте уголя чуть-чуть. Не надо никакие светильнички, быстро на улицу. Короче, вам нужно осветить всю территорию, а нам нужно скрафтить каждому по железному мечу. Короче, хлеб, я тебе предлагаю где-то вот здесь. Давай вот здесь, быстро. Защищай меня, хлеб, защищай своей жизнью. Вот сюда у нас есть уголь, где уголь? Давай уголь. Где уголь? Она обманула меня. У Стасика? Это Стасик с трамваем с вами едет, блин, и ничего не может нам помочь никак. Где, куда Стасик едет? Ага.
Ага. Так, одно ага. железо, одно железо, одно железо. Подождите. Алло, Алекс, экспонат, до свидания, до свидания. На территорию, на чужую, алло. Где ага, сдох, я сдох. Я убила его, я убила письку! Я убила письку! Да мне все равно, кто меня бьет, я убила письку сама. Она убила письку. Я убила письку. Она убила письку. У нас уже два железных меча, пацаны. У нас осталось, нам еще осталось скрафтить два железных меча, и мы баб просто отшпидовали. Что? Мия, где? Где Мия, 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 Мия? Мы все, Последняя, ну как бы, подождите. Вам еще надо осветить территорию, только тогда. Огромную территорию вам еще надо осветить, и только потом вы все. Поэтому, опа. Огромную территорию это какую? Например? Это прям всю, которую только можно. Пацаны, наверх! Быстро наверх! А где здесь подъем-то вообще? Пацаны, наверх, 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 наверх! Быстро, 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 быстро! Никич ломает факела, Никич ломает факела! Он у нас ворот! Ах ты собака такая, а! Ломайте факела! Ломайте факела! Быстро, быстро, быстро! Я уже топаю наверх! Топаю наверх! Мы договаривались, что это будет примирение. Ты, собака сутулая. Кто договаривался, то, что это будет примирение? Никто не договаривался. Все, оставьте баб, оставьте баб, пускай они все освещают. Идите сюда, быстро, идите сюда. Каждому я должен дать по железному мечу. Идите сюда. Так, ты собака. Отлично. О, я Мию с одного удара убил. Просто спасибо огромное. Где шавуха? Где святая шавуха? Вот, святая шавуха. Пацаны, 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 иди сюда, держите. И шашлык ты тоже держи, иди сюда. Шашлык, хватит, хватит факелы ломать, держи, шашлык. А ничего, что мы уже выиграли, мы уже осветили территорию. А мы тоже выиграли, мы тоже выиграли, мы только... Ну все, писька отомстил. Мия! Да опять драка, да ребята, ну давайте жить дружно, давайте уже похороним этот топор вражды. Ну пожалуйста. Отлично. Ержан! Все, приятно было познакомиться. Приятно было. Кать, вернись! Все, 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 тихо, 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 тихо. А то убейте, давайте вот нейтрального врага. Давайте пауков мы начнем валить, а то они сейчас. Все, тихо, тихо, успокойтесь. Ой, 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 это все мое, это все мое. Я даже. Ага, даже книгу какую-то нашел. Конскую бронь тоже нашел. Кать, иди сюда, я тебя оседлаю. Что? Ничто. Я предлагаю не охотиться ни за кем, предлагаю прийти каждый на свою кровать. И понимаете, то, что у нас нейтральный враг, который прямо сейчас хочет съесть наши шоколадки и наши леденцы. Да хватит драчунькаться! Катя, иди сюда. Все идите сюда. Нейтрального врага нужно завалить быстро, прямо сейчас. Вы как-то очень плохо осветили всю территорию, если к нам сюда идут и зомби, и пауки, и все остальные. Да. А ничего, что вот ваши хлебушки и шашлыки забрали половину наших этих самых вот светильников. Все, помогаем бабам, хорошо. Бабы как бы хрупкие создания, девушки, имею в виду, извините, пожалуйста. Надо осветить всю территорию, чтобы к нам сюда никто, никакие черти ночные не приходили. Каждый на свою ядрить, колотить кровать. Хлеб, стой на месте, хлеб. Минус кровать. Хлеб остался без кровать. Чур, это моя! Чур, это моя! Занимайте свою кровать, занимайте. Все, тихо. Да, ёперный театр, все, примирение. Мне кажется, это рекордное количество раз, когда я сдохла за серии. Все, Кать, ложись, давай, быстро. Ложись на кровать! Хлебушек, ты где? Хлебушек, ты будешь ночевать где-то в шахте. Хлебушек вообще банк. Картошка выпала. Спите, дети, усните, темная-темная ночь. Хлебушек спит где-то за гаражами возле мусорок. Мы справились с нашим заданием, и, скорее всего, мы пойдем на небольшие такие уступки. Мы бабам, бабы нам. Ничья. Все согласны с ничьей? Ура, наконец-то справедливость восторжествовала. Дружи, в смысле нет? Ну, вот. Как бы они начали расставлять факелы, наши пописяки начали ломать факелы, потом я пришел железными мечами, и как бы вроде мы сделали все в один и тот же момент. Поэтому можно сказать то, что дружба победила в этой серии. Наконец-то, я счастлива. Можно мы больше никогда не будем драться? Шоколадно-мармеладный мир, надеюсь, то, что ни у кого сегодня не слиплось. Я с тобой прощаюсь до следующей серии одного блока, если она, конечно, выйдет. А выйдет или нет, зависит только от тебя. Это, как я понимаю, в очередной раз стрелка, да? Ни одной серии без стрелки.
Пацаны, это стрелка, валите баб, хоть они как бы факелы и поставили, но все же бана заслужили 100%. Ой, а я чью-то книгу чародейскую забрала. Это была моя книга, Катя. До свидания, приятно было познакомиться. Я попрошу тебя отдать мне мою книгу, которую я нашел в данже. Что ты говоришь, не слышу, плохая связь. Плохая связь, я говорю, Кать, как слышно, Кать? Я говорю, плохо слышно, очень плохо. Я говорю, книгу отдать мою. Да, я книгу! Электрописка, вали! До свидания, все, я выхожу. До свидания.